Итак, ребят, всем привет. Сегодня у нас очередной выход. Вступление не делал до того момента, как у меня появилась бы только находка. И находка появилась не только у меня, у Евгения уже две. И все же решил запилить начало к этому видосу. Как вы поняли, вчера я на стриме говорил, что сегодня будет выход у нас в одну деревьюшку. И, в принципе, шурфы здесь есть, не взорваны. И мы решили здесь как бы поковыряться. Находки есть. Дмитрий копает, наверное, в 10 метрах. Евгений позади меня. Евгений пока чемпион. У него две находки. У меня же царская монета. Одна копеечка 1870. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Евгений нашел советскую и пуговку-орлянку. Ну, думаю, вот на этом вот месте мы и немножко задержимся. Посмотрим, как на результаты. Ну, а сейчас к нашей находке. А находка, ребят, вот она лежит. Уже подсохла на солнышке. Сохранчик, конечно, не особый, но год хорошо проглядывается. 1870. Это такая царская первая находка. Неплохое начало, неплохое. На прошлом видео у меня тоже была первая царская монета, и поднял я на том шурфе в доме 35 монет. Думаю, сегодня будет тоже неплохо. Земляного деда мы сегодня закормили. Да, Жень? Да, да. Женя тоже стал язычеством заниматься, как он говорит. Прикормили мы дедушку земляного, и он нам сразу с Женьком кинул монет. Дима, ты кормил земляного деда? Дмитрий тоже прикормил, так что сегодня все будут с находками. Ну ладно, находка есть, продолжаем. Итак, у Женьки находка. Буду снимать только хорошие сигналы. И в данном случае вот такая вот монетка царская. 2 копейки, Александр. Год. 1811. Вот такая вот монетка. Дмитрий, он там уже наковырял кучу монет. Женек здесь вот чуть-чуть, но цепляет. И сохранчик бодрый. Правда, отгрызана она тут с угла. Ну ничего, пойдет. Монетос зачет. Я оттуда сместился в другой угол. Там большое количество корней. И я бросил там это дело делать. Сместился. Посмотрим, около печки сейчас шурфлю. Идем дальше. Ну, мы продолжаем шурфить. Находки у меня зачастую выскакивают, но очень редко, в отличие от пацанов. У пацанов уже ништяк. Выпал у меня вот такой вот царский монетос. 2 копеечки. И делали из него колечко. Вот так вот изначально выглядит кольцо. И тут же из этой же ямки вытащил еще одну находку. Вот такой вот перстенек женский. В центре у нас имеется сердечко. А по обе стороны есть рисунок. Вот якорь, а с другой стороны крест. Вот такая вот находка. До этого я еще подымал пуговицу с якорем. Видно, мариманчик подарил своей девушке вот такое вот колечко с якорем, сердцем и крестом. Будь здоров. Ну все. Пацаны вон там все ковыряют. Находки у них вылазят. Я очень здорово отстаю от них. Идем дальше. Бегун-моряк. Итак, ребята, долго я вам не показывал свои сюжеты. Показывать, в принципе, нечего было. Хвастаться нечем. Поднял последнюю монетку. Это пятачок 48-го года. И вот такую вот вещицу. Третий разряд. Мы так и не смогли определить, что это. А Евгений уже подымал такую бегунка, по-моему. Да, Жень? И, вы знаете, в надежде я здесь пытался искать звезду от нее. И смотрите, это просто счастье. Звезду я нашел. Эта звезда у нас бегунок. Сюжет получается один в один, как с Евгением. Он тоже нашел сначала знак.
А потом отдельно нашел и звезду. Вот и у меня тоже. Было здесь очень много сигналов. Я пытался все-таки вызвонить в надежде, что появится звезда. И вот она, звезда. Класс. Теперь у меня полный комплект данного значка. Классно, зачетно. Она у нас крепилась, в принципе, поверх, вот так вот. И получалось вот такой бегун третьего разряда. Классно, классно. Это пока, я считаю, самая достойная находка из моих сегодняшних. Да и, в принципе, и у пацанов тоже только монеты, ничего такого серьезного. А вот такая вещица действительно зачетная. Ладно, идем дальше. Итак, ребята, шурф мы заканчиваем. Дмитрий один остался на шурфе. Мы с Женьком сдались. Женек уже прибор почистил, уже готовится ко сну, как говорится. У меня стоит прибор, ждет меня. Но я, наверное, к нему не вернусь. Чё-то я сегодня замучился. В доску я замучился сегодня. Находил, нагулялся, искал места перспективные для шурфа. Фух, больше устал ходить, чем шурфить. Пацаны, в принципе, сегодня удачно откопали. Нашли и царей, и советов. В общем, кучеряво. Сегодня вот этот вот комрад, чемпион. Да, Жень? Жень скажет, как обычно. Какой, блин? Наковырял там сколько? 6-7 царей он, по-моему, нашел. Именно шурфа. Диман тоже сегодня отличился здорово. Поднял серебряную царскую 10-копеечную монету. Но я чуть позже покажу, когда буду делать обзор. У меня же, конечно же, все хрень, кроме одного. Значок и бутылок наковырял. Вот сижу и смотрю на Димана, как он работает. Шурф он уже присыпает. Как говорится, человек может смотреть вечно на огонь, как вода. Как течет вода и как работают другие. Или же как Диман засыпает за собой шурф. Вот такая вот лабуда. За собой. Да, за Женю. Что-то Женя уже и лопату почистил, и прибор. А шурф-то кто будет закапывать, а, Жень? Может, сейчас Диман у нас еще... Я что-нибудь оставил, я за него шурф закапываю. Да, ну сейчас ты еще выкопаешь что-нибудь. Между прочим, на этой деревне сегодня собралось 10 человек, представляете? 10. Там комрады ковыряются, но они копают по чермету. У них какой-то прибор там, один на четверых, какой-то китайский, похожий на Аську. Вот. И другие комрады тоже ушли. Был Сорокс и еще была Аська 150, если не ошибаюсь. В общем, сегодня здесь 10 человек. Это мы только насчитали, кого встретили. Может быть, где-нибудь там вдали еще есть. Че там, Дим? Пусто? Евгений шляпку спрятал. Ну это он, да, он может. Это он может. Ладно, если продолжим шурфить, то вы еще что-нибудь увидите. А так, в целом, ждите обзор по находкам. В принципе, о, находки... Находки Дмитрия и Евгения я вам не показывал, но в общем обзоре вы посмотрите, что наковыряли сегодня, в принципе, неплохо. Ладно, пьем чай, курим, отдыхаем. Чё? Чё там такое? Чё это такое? Гвоздь? Ну ты, блин, оставил. Это болт на 13,5. Между прочим, здесь он деньгу поднял. И вот болт. Деньга и Елизавета. Надо заканчивать коп, ребят, ехать домой. Да. Деньга у него тут Елизавета была 1748 года. Поднял, наверное, с колена, да? 1748.
Да ты чё, я не знаю, деньга с какого года, что ли, Жень? 1748. Елизавета. Анна Ивановна до 41-го была, по-моему. А, с 41-го, да? До 41-го. А потом Елизавета пошла. Ничего не оставил. Ладно, ладно. Евгения. Чё ты там, Жень? Ищешь, смотришь, что ли? Ладно, ждем. Ждем осмотр, досмотр наших находок. Итак, ребят, на этом я буду заканчивать свой видеокоп обзором находок. Думаю, вас они порадуют так же, как и нас сегодня. Вот, к сожалению, я сегодня откопал не особо хорошо, особо интересно. Но пойдет для копа, пойдет. Многие говорят, что мы столько не поднимаем и за полгода. Но мы за один коп поднимаем вот такое количество. Дмитрий, 27 монет. Женя, у тебя сколько? Так, ну у Жени немножко поменьше и у меня чуть-чуть. Ну, в общем, в общей сложности, наверное, монет 60 мы подняли сегодня на троих. Сегодня шурфили. Сегодня на копе здесь было аж 10 комрадов. Некоторые комрады копали просто железо. Его здесь очень-очень много. Так что вот так вот. Ну, а сейчас показываем вам находки. Ну и пришло время обзора находок, которые мы сделали сегодня втроем. Дмитрий, Евгений шурфили, пару шурфов ковырнули, ковыряли здесь, потом туда перешли. Но с Евгением мы еще погуляли, поискали чего интересного, но не нашли, к сожалению. То ли ему не понравилось, или мне. В общем, по находкам как сделаю? Наверное, приступлю сразу к худшему из сегодняшних, кто сегодня откопал. Это вот эти вот центральные находки. Угадайте, чьи. Копеечка, копеечки, копеечки. Все-все-все банально. Один всего-навсего царик 1870 года. 2 копейки. И пятачок 48-го. И это все, что интересное. И самое зачетное — это вот такой вот значок. Вещь просто цинусная, классная вещица. Это бегун 3-го разряда. Сначала нашел этот крупный, а потом и саму звезду. Это самое цинусное, что у меня сегодня из находок было. Поднял я еще вот такое количество бутылок. Разные бутылочки. Вот это вообще такая, знаете, огромная, длинная, узкая. Непонятно от чего такая. Кто, если знает, подскажите. Ну и бутылочки вот такого характера тоже. Если кто, специалисты, меня смотрят, расскажите про эти бутылки. Что в них раньше заправлялось. Ну и вот это вот, это чернильница. Я ее взял, то, что она тоже старая. Горлышко имеется вот такого характера. Ну и следующий, это у нас Евгений. Тоже поднял хорошее количество, а особенно радуют царские монеты. 2 копеечки в очень хорошем таком сохране. Капуста. Практически налета на нем вообще нету. Жалко, что она у нас откусана. Жалко, конечно. Потом он деньгу поднял на последнем шурфе 1748 года. Это у нас Елизавета. Приятная находка. То, что оно старое, 18 век. Двушка 1908 года. Николай II. Пойдет нормально. И две царских монетки 15 года. А это датировать невозможно пока. Крест большой. Пуговка. Орлянка. Имеется даже частичная позолота. Прикольно. Колечко шмурдячное. И планка вот такая вот от медали. Ну и приступим к чемпиону сегодняшнего копа. Это у нас Дмитрий. Вот такое количество накопал. Копеечек очень-очень много. Так, следом 4 пятачка. Классные двадцатки, пятнашки и трешки. Ну и самое интересное, что это у нас царские монеты. Начну вот с такого вот лысого какалика. Это у нас Елизавета. По размеру, наверное, копеечка.
двушка 24-го и две монетки номиналом 1,2 копейки. Тоже прикольные монетки 1915 года. Вот такая вот классная. Сохранчик вроде бодрый. И монетка 1909 года. Ну, единственный сегодня серебряный монет. Это у нас 10 копеек 1909 года. Ничего особенного. Сегодня дорогих и ценных находок у нас не было. Но подняли, в принципе, неплохо. Вот такое количество монет. Сегодня у нас остался Дмитрий со своими 27 монетами чемпионом. Ну и все. Ну, на этом, ребят, я и закончу свой видеокоп. В принципе, все у нас получилось нормально. С находками, как вы видели, все аккуратно. Думаю, поставите пальчик кверху. Подпишитесь, если вы впервые на моем канале. Обязательно откомментируйте. Ну и обязательно палец кверху. Многие говорят, не говоришь об этом. Сейчас решил вспомнить и сказать. Ставим пальцы кверху. Пока.